Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Звук Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределы мечтания этого имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Это люди числа 4. По нумерологии интуитивно чувствуют все возможные доводы оппонента и всегда готовы к ответу. Последнее слово остается за ними. Неважно, что при этом проигрывает истина. Они к этому и не стремятся. Владельцы этого имени не любят беспорядка и импровизации. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква З в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Из этих людей получаются отличные организаторы. Им легко дается административная деятельность. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.